Ассоциация молодых ученых Казанского университета является общественной организацией, которая объединяет преподавателей, научных сотрудников, аспирантов и докторов наук. Какие мероприятия проводятся в рамках работы Ассоциации молодых ученых КФУ в нашем сюжете? В год науки и технологий Казанский университет и его молодые ученые активно участвуют в рамках различных федеральных проектов. Появилось много научных разработок в области климата, зеленой энергетики. Немаловажную роль в этом сыграло развитие инфраструктуры, которая есть в Казанском университете. Председатель Ассоциации молодых ученых КФУ подробнее рассказал о разработках. Планируется сделать ряд интересных работ в области получения водорода. Казанским университетом разрабатывать технологии по получению углеводорода прямо из нефтегазовых месторождений. Для этого уже у нас есть вся инфраструктура, и требуется только подобрать определенные режимы и разработать определенные катализаторы, которые позволят получать нам больший объем водорода при разработке нефтяных месторождений. Ассоциация молодых ученых Казанского университета активно участвует в реализации Года науки и технологий. Проводятся лекции в профильных лицеях КФУ по тем направлениям, которые молодые ученые развивают. Также проходят мастер-классы и научно-популярные лекции для студентов и школьников Республики Татарстан. Мы делимся нашим опытом, тому, как мы пришли в науку, насколько этот путь действительно сегодня актуальный и интересный, для того, чтобы все больше молодых активных ребят в сфере науки себя реализовывала и в нее приходила. Кроме этого, активно ведется взаимодействие с Советом молодых ученых. Реализовывается ряд крупных проектов на федеральном уровне. Елизавета Никитина, Фарид Захитаглы, Универньюз.